Ну, думаю, что вряд ли посольство американское разыграло для нас эту драму. Но они же не отрицают этого, они его просто забрали и вывезут из страны. Война, шпионская война или война разведок продолжается на протяжении столетий уже между странами и будет продолжаться дальше. Мы к этому должны быть готовы и должны быть готовы к отражению вот такого рода угроз Российской Федерации. Поэтому я считаю, что этот шпионский скандал, ну, в общем, вполне закономерное явление. И в других странах находят наших шпионов и точно так же их разоблачают. Хотя здесь шпион оказался какой-то просто такой странный. Мне это удивительно, потому что ну, до такой степени, да, театрализованным быть, это, по крайней мере, глупость.